Друзья, всем привет! Продолжаем мы строить пристройку. В предыдущих сериях вы видели, как мы выставили стропильную систему. Ссылку я оставлю в описании. Можете посмотреть, как выставили стропильную систему, накрыли металлочерепицей, как утеплили и вот стойки еще поставили. А еще в предыдущей серии вы видели, как мы заливали вот эту вот плиту. Поэтому, если не видели, можете посмотреть. Я ссылку на два видео оставлю в описании. Сегодня будем в этой серии делать стены. Вот так вот зашивать по контуру, утеплять. Будет теплый контур, есть полностью. Вот так вот по вот такому периметру. Здесь вот будет открытая терраса. Значит, сейчас будем выставлять лаги пола. Они у нас будут из бруса 100 на 150. Вот мы уже заготавливаем. Сейчас вот так вот вдоль будем выставлять. То есть вот эта вся часть, эта вот Г-образная, это будет открытая терраса, веранда. Все покажем, расскажем, как делаем, как крепим. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Объясню тут ситуацию. Вот видите, вот на одной стойке есть щель, на другой нету. Делаем вплотную. Объясняю, в чем тут принципиальное различие. Вот эта правая стойка, она несущая, то есть она поддерживает, упирается в крышу, поддерживает стропильную систему. А вот эта стойка, она не несущая, она сделана для того, чтобы можно было сделать закладные под обшивку снаружи. И в чем здесь суть? Вот на это принимает нагрузку стойка, вот эта вот правая, вот это нет. Поэтому мы специально оставляем вот здесь вот этот зазор, чтобы можно было пропенить. Снизу то же самое. А смотрите, видите, вот эта правая стойка, она вплотную стоит без щелей, она держит нагрузку. Левая стойка держит только обшивку, она не обязательно, чтобы упиралась в пол. Поэтому оставляем специальную щель, чтобы герметично пропенить. Так, друзья, давайте расскажу, что у нас здесь происходило, как работы выполнялись, что куда используем. Так, значит, смотрите, вот, во-первых, у нас, как вы поняли, уже вот такой вот Г-образный контур теплой пристройки. Сейчас покажу, здесь уже утеплено, здесь просто выставлен только каркас, как раз будет удобно вам все показать. Значит, смотрите, во-первых, у нас здесь утепление, вот эта вот доска, это 150, потом мы еще брусок прибиваем 50 на 50, то есть вся, весь пирог будет утеплен 200. Где-то используем арматуру, где-то используем вот такие болты. На самом деле, если взять хорошие болты, можно, в принципе, арматуру вообще не использовать, взять эти болты и закрутить, пробурить. Но тут видите, в чем проблема, какая-то сейчас странная ситуация на рынке происходит, что вот эти вот саморезы стали вот вообще, в принципе, плохого качества, все метизы. И очень часто что-то начинаешь его прокручивать, и получается так, что он просто обламывается посередине, и все. То есть, прям, ну вот, металл очень плохой, и вообще, в принципе, ситуация такая, что трудно подобрать хороший качественный крепеж. Поэтому используем и такие соединения, и арматуру. Как бы одно дублирует другое. Вообще, вы на наших видео, на нашем канале можете увидеть, что обычно, когда мы строим пристройки там, к домам, мы почти всегда стены собираем на земле. Вот у нас собирается вот так вот на земле, на площадке, на полу, на лагах пола. Потом мы просто стену поднимаем и уже прикрепляем к лагам. Но здесь видите, какая ситуация. У нас, поскольку проекта нет никакого, мы сначала выставили вообще первую, ну вот крышу сделали изначально по габаритам пристройки, поставили стропила. Потом у нас уже, исходя из наклона крыши, у нас вот эти стропила получилось так, что мы начали понимать высоту вот этих вот стоек. То есть мы просто отмерили нужное расстояние от стены дома, поставили метку и просто рулеткой, грубо говоря, по лазерному уровню померили вот эту всю высоту, ну типа как по отвесу, можно то же самое сделать по отвесу. И вот по отвесу, грубо говоря, мы нашли вот эту вот величину, вот эту высоту вот этой стенки. Еще, кстати, какой момент, вот смотрите, у нас вот этот вот пролет 6 метров, то есть, естественно, ну почти 6 метров. То есть у нас была точка прикосновения вон там вот, на вон том ригеле, и вот здесь вот крепилось к дому. Естественно, был небольшой уклон у этой стропильной системы, то есть она у нас с 200-й доски, но все равно под весом металлочерепицы, под весом утепления, под собственным весом небольшой изгиб, естественный изгиб, здесь вот был вот в этом месте. И что мы сделали в этом случае? Мы вот измерили, после того, как измерили вот высоту вот этой стойки, фактическую, и прям по рулетке, сантиметр в сантиметр, мы просто еще прибавили пол сантиметра для того, чтобы когда мы подопрем вот эти стойки, мы немножечко обратно подпираем на изгиб вот эти стойки провисшие. И просто тем самым мы нивелируем вот эту вот погрешность, которая образовалась из-за большого пролета. Дальше у нас вот здесь вот тоже будет перегородка. Просто отделять тамбур. Это как бы будет часть теплая, утепленная, то же самое. Но это будет как
тамбур, чтобы войти. Здесь будет вторая дверь установлена, вот так вот стоять. И мы вот этим самым предбанником разграничиваем теплую зону и прихожую. Дальше. Обратите внимание, что вот здесь на бетонной плите мы прокладываем вообще перед установкой вот этого лежня. Мы проложили аналог рубероида, гидроизоляционная битумная лента. Потом дальше, перед тем, как пробивать вот эту доску, обязательно ее пропенивать. Обязательно вот эту доску пропитывать 2-3 раза. Пропитываем, вот в нашем случае, просто вы по цвету не видите, у нас просто бесцветная пропитка. Вот, степень наружных работ. Вот так вот вам покажу. Берем вот такие бутылочки постоянно, потому что удобно, он концентрат. То есть одна бутылочка разбавляется с 1 к 9, получается у нас с одной вот такой бутылочки 10 литров раствора. То есть, в принципе, удобно для транспортировки. Главное, чтобы вода была у вас на объекте, разбавили и удобно пользоваться. У нас еще здесь вот эта вот пленка, вы видите. Давайте с торца покажу, что это такое, откуда она появилась. У нас просто, видите, она завернута вот так вот идет, вот брусок, вот под этот, это брусок мы вот набивали, чтобы добавить еще 50 миллиметров утепления. Она вот так вот идет вниз, по фундаменту идет, именно по фундаменту, и видите, вот эта вот лага, это уже относится к террасе, брус, она идет под этой лагой и выходит просто за пределы фундамента, просто сюда вот в землю выходит. То есть это тоже сделано именно для того, чтобы если будет какой-то косой дождь, либо какой-то там конденсат будет скапливаться, чтобы вода не попадала именно вот на эту доску, она просто стекала вниз и в принципе все. А вот эта мембрана, это тайвик дышащая, то есть она в одну сторону, она может выпускать пар, но не пропускает воду. Здесь также, вот видите, такие болты тоже прикрепили к фундаменту. Дальше, теперь, наверное, все тут эксперты и любители могут увидеть, что у нас тут черные саморезы. Если вы возьмете, друзья, в общем, проверенные саморезы, они у вас будут намного лучше держать, чем оцинкованные. Потому что оцинкованные — это просто какой-то ад творится. Вы можете взять оцинкованные, переплатить в 2 раза больше, чем стоят черные. Они у вас, вы даже уголок не закрутите, у вас уже все шляпки поотрываются. Поэтому крепеж, крепежу рознь. В идеале, конечно, в идеале, вот если бы была возможность, был бы в принципе проект, и была бы возможность именно все размеры выдерживать четко, мы бы вообще все стены собрали бы плашмя, когда они лежали, вот как мы в принципе на всех остальных видео делаем, забили бы гвозди просто вот к этой нижней доске, к нижней доске, с торца бы прибивали на гвозди, то есть 150-ю доску было бы по 320 гвоздя снизу, потом бы эту стенку прибивали, в принципе, вот эта вот доска бы просто вообще бы никаких уголков не было, никаких бы саморезов не было, просто эта доска бы крепилась бы снизу на гвозди. Все, это был бы, конечно, идеальный вариант, но имеем то, что имеем. Каждую доску подгоняем именно уже индивидуально под высоту, под углы наклона, потому что, ну, говорю, проекта нету, тут мы просто работаем именно по факту. Особое внимание теперь к утеплению. Это значит, вот вы видите, это не Рокул, это именно Урса стекловата. Ну, мы здесь взяли и Урсу, и Изовер. Значит, в чем здесь, наверняка вы знаете, что ее прям все ругают, что у нас ползает. И, значит, какая здесь обязательно какой момент? Типа, он вроде бы как считается дешевым утеплителем, но я вам скажу, на самом деле здесь не все так просто. Это он считается только дешевым из-за того, что у него маленькая плотность. Маленькая плотность, например, у него 12-13 килограмм на кубический метр плотность этого утеплителя. Но на самом деле он не такой дешевый. Если вы переведете его на плотность там того же Рокула, то вы поймете, что он, в принципе, даже дороже получается, чем сам Рокул. Так вот, в чем здесь кроются его как бы минусы и плюсы? Действительно, он может сползти, то есть производитель рекомендует, как им утеплять. Если у вас стойка установлена 150, запрещается утеплять на 100 миллиметров, то есть вы должны заполнять именно всю полость. Но мы здесь еще делаем какой момент: мы в 150-ю стойку вкладываем 2 утеплителя по 100, то есть, грубо говоря, мы вот в проем 150, вкладываем утеплителя на 200 миллиметров. Мы уже обшили пары изоляции, но вы видите, здесь такие получаются как пузо. То есть мы сейчас еще набьем брусок, которым будем крепить внутреннюю отделку, и у нас все будет плотно прижато. То есть у нас, во-первых, пленка прижимается с той стороны пленкой и брусками, и еще здесь будет прижато утеплителем. И вот вы теперь спросите, почему мы не взяли Rockwool сразу же повышенной плотности и так далее, а используем вот как бы утеплитель, который все ругают. А мы его используем только лишь по одной причине. Потому что
с ним никогда не бывает проблем с конденсатом. Если вы обратите на видео, на ролики, где там гниют крыши, льется вода, сгнил пол, сгнили стены, что там пленки перепутаны. Пленки перепутаны — это на самом деле второй момент. Первоначально это утеплитель, который вот каменная вата и все его аналоги, они, не знаю почему, но структура утеплителя такая. Суть в том, что эти утеплители почему-то накапливают воду. Они прям благоприятно сказываются на то, чтобы прям накопить в себе воду и не отдать ее. Вот с Урсой встречал дома уже, вскрывали крыши, вскрывали перекрытия с двух сторон рубероид, то есть нарушены как бы все условия правильного пирога стены, никаких проблем нету, все стоечки всегда вот в таком состоянии, просто в белом. Домам уже там по 30, по 40 лет, со стекловатой никогда ни у кого не было проблем. Дальше, кто там пугается мышей и так далее. В общем, мыши живут и в этой вате, мыши живут и в каменной вате, и если, в принципе, за домом не следить, если у вас будут дырки под полом. Ну, у нас, видите, здесь как бы спасает. У нас здесь монолитная плита залита, поэтому у нас здесь попроще с этим моментом. Просто нужно следить, чтобы не было такого, что у вас по участку еда разбросана, у вас здесь почему-то всегда оставляете еду. То есть не будет еды, не будет у вас мышей, все будет нормально. Поэтому вот по вате это специально мы берем, значит, как бы вроде бы как дешевую вату, но на самом деле за счет того, что мы ее вставляем больше, чем надо, она у нас в принципе не выходит дешевая, но из-за того, что нам нужно именно стекловата, а не каменная вата, мы вот именно боремся именно с конденсатом. Именно из-за того, что у нее структура такая. И вот повторюсь, что судя по всему, судя по тому, что я вижу ролики на ютубе, судя по тому, что я сам скрывал там десятки домов и видел, что со стекловатой никогда ни у кого проблем нету, даже у людей, кто живет круглогодично в домах. Теперь смотрите, что у нас здесь будет. Как здесь сделана терраса. Терраса у нас сделана. Давайте сейчас покажу. Вот здесь теперь тоже любители. Ну, вот здесь у нас просто закладные расставлены. Брус 150 на 100. Мы кладем плашмя. Плашмя кладем, потому что, опять же повторюсь, мы ограничены очень по высоте. Поэтому мы, у нас каждый, там, грубо говоря, сантиметр по высоте вверх нежелательно прибавлять. Поэтому вот мы кладем плашмя. Дальше, как мы крепим? Вы, если, знаете, вот много любителей прям запилить половину бруса вот в этом, запилить такие лапы, сделать половину бруса, выпилить вот в этом, и потом вот как бы сдвинуть. То есть вот этот брус наполовину расслабить, вот этот брус наполовину расслабить. Здесь вообще не вижу никакого смысла так делать, потому что здесь нагрузка, ну пусть здесь будет 10 человек стоять, придут у вас, там сядут, тут люди сядут, тут люди сядут. То есть как бы будут как бы на один брус, там по 2 человека нагрузка. То есть вот один уголок. Просто мы, видите, мы даже ничего не запиливаем. Мы ставим на уголки 90-градусные и также прикручиваем на саморезы. И с той стороны то же самое. Но чтобы вырвать этот крепеж, надо встать там 15 человек на, вот, на один этот брус. Нагрузок здесь вообще никаких не будет. Да и то, кстати, можно поспорить. Если саморезы хорошие, а это хорошие саморезы, усиленные черные, то и 10 человек этот брус спокойно выдержит. В общем, здесь даже без запила с нагрузкой никаких проблем не будет. Поэтому вообще можно об этом не думать. Запилы никакие делать не нужно, все будет хорошо. Дальше обязательно тоже этот брус антисептируем, все-таки он находится, видите, как близко к земле, у нас тут примерно 5 сантиметров остается, но тоже ничего с этим не поделать, по высоте сильно ограничены. Так, и дальше вот как здесь будет выполнено. Здесь уже начали нашивать бруски, будем обшивать фиброцементным сайдингом, вот, в принципе, как у соседей сделано. В следующей серии уже вам покажу, поподробнее расскажу. Эта пленка, как и на крыше, сверху мембрана, в общем, может выпускать пар, не пропускает воду. И вот этот вот как бы брусок сделан для того, чтобы обшивка и стены могли, здесь был продух, мог проходить воздух, чтобы дышала стенка. Пароизоляцию, видите, сделаем вниз. Обязательно здесь будет еще стяжка примерно 10 сантиметров. Здесь зальется бетоном, получается, будет такой переход. Пару будет достаточно проблематично пробраться через вот эту, после того, как будет залита стяжка, чистовое покрытие. То есть мы здесь тоже так же как бы ограничиваем. Здесь делаем перехлесты, здесь сейчас будем еще проклеивать скотчем. С крыши то же самое, видите, на крыше делаем такие припуски, чтобы потом проклеить. Вот этот, видите, сейчас нахлест мы его проклеим кверху. То же самое, герметично сделаем углы. В общем, сейчас утеплим, поставим вот тут стенку. До конца сделаем. А, вот здесь вот еще, видите, тоже не до конца не сделано, потому что у нас здесь дверь пока мешает. Сейчас мы ее отсюда переставим в то место. А, еще, кстати, друзья, очень важный момент. Как бы все стараются, вот видите, на первый взгляд, вот вы видите, что у нас вот эта дверь не посередине,
посередине было бы так, у нас смещена слева от того, что я стою. То есть все почему-то так думают, что чтобы было как бы симметрично, красиво и все остальное, нужно дверь делать как бы посередине. Входная дверь посередине между, ну вот, между вот этими простенками. На самом деле все это хорошо, но неудобно. Если просто поставить посередине, получается, сюда сместим, то у нас уже, соответственно, вот в это пространство не влезет шкаф. То есть шкаф по глубине 60 сантиметров, и получается, что сместив дверь посередине, как бы вроде бы это выглядит симметрично, но функционала ноль. Поэтому обязательно, когда думаете на размещение в двери, ну, как у вас будет дверь, именно подумайте, будет у вас здесь что-то стоять, потому что здесь прихожая, здесь вообще супер поставить шкаф. Зашли, раздели, сняли куртку и уже прошли там в основное помещение. Так, дальше сейчас будем, уберем эту дверь, доставим здесь стойку. Здесь вот эта вата. Сейчас подумаем, прорежем, может, скорее всего, вообще прорежем до конца, до кирпича и сделаем также стойку вплотную. Друзья, еще забыл сказать, вот обратите внимание, вы когда вставляете с той стороны утеплитель, то получается, вот к примеру, на этом месте покажу, вот видите, здесь получается такой уголок, он как бы встал, все нормально, а вот в соседней стойке, вот видите, он как бы насквозь, то есть он с той стороны, я как бы его вставлял, мне видно, что он вставился, но обязательно перед тем, как вы второй контур сейчас будете ставить, вот этот между стойкой вертикально, то обязательно нужно вот так вот взять его, поправить, чтобы, в принципе, вот расплавить все вот эти уголки, чтобы не было такого, что у вас здесь щели. Просто вот обращайте внимание, перед тем, как второй слой застилать, именно нужно поправить. И тут, видите, в принципе, вообще сильно вылез. То есть его нужно будет немножко вовнутрь вставить. Итак, друзья, значит, вот почти доутеплили все стены, сделали пароизоляцию. Значит, в следующих сериях, увидите, будем делаем здесь проем. Полностью здесь будет проход в дом. Забьем кирпич. Здесь вот заложим вот эту дверь. Либо газобетоном, либо кирпичом. Сейчас посмотрим, как насколько будет этот кирпич ломаться при демонтаже. Дальше сделаем, заказали уже фиброцементный сайдинг. Снаружи будем вшивать сайдингом. Тоже покажем, как делаем. И уже все, собственно, подошьем потолок. Водосточку повесим. Ну, вот окончательный вариант. И зашьем гипсокартоном внутри все. Поэтому, если есть какие-то вопросы по монтажу, по утеплению, по монтажу стен, можете задавать. Стараемся ответить. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. До новых встреч!